Здравствуйте, дорогие друзья, меня зовут Розе. Короче, столкнулся с проблемой. Решил поменять термопасту на процессоре и на видеокарте. Вроде все поменял, все хорошо. Но столкнулся с проблемой. Вот есть приложение GeForce Experience. Ну, может, неправильно называю, то не важно. При включении записи видео через эту программу просто неимоверно возрастает нагрузка на видеокарту. Возможно, я что-то сбил в настройках, настройках биоса. Возможно, я что-то сделал, и теперь у меня видеокарта. Вот видите сверху показатели, вот. 70 градусов, ну, стабильная работа видеокарты. Но мне пришлось понизить герцовку графического процессора, хорошую программу MSI Afterburner до 1425. Я получаю 70 градусов стабильную работу игры, но если я отключаю, сбрасываю настройки, вольтаж повышается на соточку милливатт и растет температура. Температура растет до 85 градусов, то есть, что нет, хорошо. И мы видим нагрузку вот сверху, нагрузку на графическое ядро 44. Загруженность видеокарты, короче, я не знаю, это нагрузка на графическое ядро. Загруженность памяти 42. Видим бешеную температуру. При этом видим герцовка, вот 1950 оно доходит, и потом, когда карта греется, оно сбрасывает до 1905. Я делал еще вот такую настройку. Получается, я понижал вольтаж, и температура падала где-то на 7 градусов, где-то вот 77. Понижал вольтаж, но до этого я ничего не делал. Была загруженность видеокарты 100%. И доходило до 70 градусов. До этого я не обращал внимания вообще на температуру, на загруженность и как оно работало. Я год не менял термопасту, вот решил поменять. Вытянул видеокарту, сам процессор. Когда поменял термопасту, включил компьютер, у меня высветилось какое-то непонятное окно, меня закинуло в BIOS, там что-то оно написало «восстановить настройки». Я восстановил настройки и зашел. И эта проблема именно еще вот World of Tanks. Заходишь, если ты играешь в полноэкранном режиме, то все в порядке. Если ты играешь в оконном режиме, то так же самое греется все. Если вы знаете, что мне делать, пожалуйста, напишите в комментах, помогите. Потому что я не имею денег купить себе другую видеокарту. И в таком режиме, если без вольтажа, без андерволтинга, я думаю, будет проблема очень большая мне поиграть. Перегрев видюхи мне как бы не хочется делать. Пожалуйста, если кто-то знает, в чем проблема, напишите в комментах. Возможно, в биосе можно как-то настроить видеокарту. У меня асусская материнка, асуский BIOS, если кто-то знает, подскажите.